Здесь нужен триплет вот этой карты и золотой землетряс. Здорово. Вот. Триплет карты, золотой землетряс, это будет победа. Блять, тварь ебаная. Бьят, брат, вот сюда, брат. Тварь. Да все, вылетел. Да нет, там не повезло. Там сразу было видно, что это лобби... Лобби банов. Невозможно ничего сделать. Опять этот ставочник, который угадывает ставки. И на седьмой ход он в шестой таверне. Пиздец, бля. Я не знаю, когда уберут этого героя, или сделают что-то хуже ему. Вы понимаете, что... Это ненормально, когда чел на седьмой ход сидит в шестой таверне. Это ненормально, блядь. Потому что за 7 ходов ты его никак не выкинешь. Это означает, что он 100% выйдет в шестую. А в шестой таверне, блядь, он там нашел Мурлоков, Брана нашел, блядь, адаптацию. И что ты ему сделаешь? Пиздец, блядь, тварь, ебаная. Ну это нечестный, персонаж. Я вам могу сказать так. Хоть он находится тир 3, он находится тир 3. Ладно. Привет, у тебя сегодня в развлекательной программе есть рейджи. Вообще-то у меня никогда нету рейджи в программе, у меня только в программе киберспорт. Так, вот главное ставочки угадывать. Если будем угадывать ставочки, это 100% будет победа. Здесь первая таверна, и здесь первая таверна. Здесь есть абилка, мурлоки 2 штуки. Здесь звери 2 штуки. Блять, ну я не знаю, это очень сложно. Просто вот этот чел, скорее всего, что сделал? Ну, он купил одну карту. А здесь абилка плюс карта. Поэтому я думаю, что здесь победа. И тем более мурлок, он сильнее, чем звери. Есть. Твари. Ну ладно. Здесь первая таверна, здесь первая таверна, здесь вторая. Ну, лич должен побеждать. Я не знаю, это нереально по***бать. Это нереально по***бать. У лича первая таверна плюс абилка. Здесь у чела вторая таверна. И плюс он там карту, возможно, сделал в триплет, и она у него в руке лежит. Короче, это победа должна быть. Но это было легко. Так, level up плюс мурлок. Это экономика. И абилка. Так, здесь вторая таверна. Здесь вторая таверна. Но у этого карты, у этого чела плюс карта будет. Потому что он нажимал абилку и у него дали две монетки. Ну, блядь, а здесь абилка 1-1. Мурлоки и здесь мурлоки. Здесь плюс карта будет. Не, я думаю, что он побеждает. Абилка не затащит такой ситуации. Пиздец, умом сегодня играю. Целый день умом. Если честно, немножко устал, реально. Но это моя работа, я киберспортсмен. Нравится. Я, кстати, монетку бьем. А, нет, сейчас бьем. Пожалуйста, нужно угадать. Здесь третья таверна, здесь третья таверна. Здесь есть абилка, мурлоки. И пятый ход, вряд ли он получил бразу. Здесь точно нету бразы у этого чела. Ну, пожалуйста, пожалуйста, разъеби его, пожалуйста. У тебя есть абилка, ты сможешь. Пожалуйста. Очень нужны монетки. Если мы сейчас угадали, я в шестой таверне. Это пи***ц будет. Если мы сейчас угадали, это шестая таверна. На шестой ход шестая таверна, топ-1. Нормально, нормально. Монетки, пожалуйста, монетки. Это пи***ц важно. Это очень важно. Тварь, ебаная. Потратить две монетки. Потратить две монетки, взять... Ну,
взять мохнатку или взять яйцо плюс мохнатку. Здесь сколько у нас будет? У нас здесь... Добро пожаловать в ржавоболтское впечатление. Здесь 3 триплета. Я думаю, что 3 триплета... Ну, не, это победа. Он 3 триплета сделал в пятую. Это победа 100% умом. Да заебали нахуй, блядь, твари ебаные, блядь. Ёбки, хуй. Как ты мог, блядь, у тебя 3 триплета? Ты ебнутый, что ли, блядь? 3 триплета, хуй. Пятая таверна, он в шестую их делает. Ебат, реально ебат просто. В лобби, блядь, есть элемы, мурлоки, звери, блядь. Он делает 3 триплета в шестую таверну, блядь. Не, на этого чела, ну я должен на него ставить. Он, конечно, пиздец тупой, блядь. Ну, я должен на него ставить. Потому что, блядь, он сделал 3 триплета в шестую таверну. Как можно сделать 3 триплета в шестую таверну? Мне просто интересно посмотреть его карту. Что он там нашел? Шестую таверну. Блядь, это пиздец. Ну ладно, сейчас он точно побеждает. Все-таки 3 триплета должен победить. Так, вообще, конечно, нужно было брать. Сначала омега. Есть волк. Но у меня вообще нету зверей. Но есть волк. На восьмой ход волк. Но придется все это вообще продавать. Беру. Ролл. Далее мексну. Беру. Ролл. И скорее всего волк. Тебе мурлоков сыпят. Ну, я брана не взял. Зачем мне эти мурлоки? Если у меня был бран, я бы взял. Ну, он всех разъебывает. Я не знаю, что он там нашел. 7 зверей, блядь, на 15 у чела. И против деревяшки, который сейчас вылетает с лемами. Но я думаю, что он все равно сильнее будет. Ладно, ждем один ход. Собираем золотого бразу и потом будем юзать монетки. Я думаю, что 29 хп меня никто не выкинет. Ограничение на 15, поэтому один ход я посижу. Нормально, нормально. Так, сейчас самое главное это монетки получить. Это очень важно. Хорош, блядь. Ну я сегодня просто в форме, реально. В киберспортивной, блядь. Как я сегодня охуенно играю. Это просто пи***ть. Ты ученик в классе, и докажу это. Не, ну вы заметили, ребят, это другой уровень. Это реально другой уровень. Так, дали Рагнарошу, дали Пыща. Здесь максимум 1-1, я возьму Рагнарошу. Может быть, что-то придумаем. Роу. Дали Ривендера, дали Попугай. Ебать, какой я жесткий, блядь, это пиздец, ребята. Дали адаптацию, но мне кажется, с адаптацией вряд ли мы что-то интересное найдем, поэтому брать я ее не буду. Здесь ничего не беру, Роу. Дали Змею, но Попугай не сработает, поэтому Роу. Дали еще одного Ривендера покупаем. Здесь я ничего не покупаю. Успел. Я мог, конечно, сейчас купить. Ну ладно, там жмурик, ребят. Там жмурик не можно, на самом деле. Там жмурик, это все равно будет победа. Здесь я не буду покупать эти карты. Возьму Пыща, потому что там есть звери. Берем попугая. Ролл. Дали золотого попугая. Все нахожу. Просто все нахожу. Ой-ой-ой. Я сегодня ебанутый просто. Просто максимально ебанутый. Дали лягушку. Нет, лягушка не нужна. Тут нужно воскрешение. Гидру, воскрешение, золотой волк. Ну, вы поняли. Так, здесь механизм и шестая таверна. И он бал всего на 9. Слушайте, там тоже, скорее всего, что-то сильное. У обезьянки 2 победы, и он ебнул на 10. Но у него 4-я таверна. Что он там насобирал? 99, блядь! Ну, я сегодня ебанутый, ребят. Я сегодня максимально ебанутый.
Это жестко, ребят, это очень жестко. Ну, блин, Ривендера заберут сейчас, Ривендер умер. Не, не хватает, 21 не будет. Или хватает? Подождите. Не, не хватает. Блин, куда ты бьешь, заебал? Давай быстрее. Так, это получается у нас 5, 11, 15, 18 плюс 6. Все, он вылетел. Он вылетел, 84% было. Вот так вот. Больше сделает реплеты в шестую таверну. Я возьму. Это будет победа умом. Я возьму. Тут сейчас будет смеяться, скажет, ты долбанный. Но это карта, если у тебя топовый стол. Ну, вы просто не понимаете. Вы просто не понимаете, на что способны лягушки с золотым Ривендером. Это план Б называется, ребят. Это план Б. Если вдруг что-то пойдет не так, мы всегда можем собрать эту карту и попробовать через лягушек. 99,8! Не, ну это головач. Это играет головач. Осторожно. Это легенда. Волк стабильнее лягушки. Ну, смотри, бро. Вот, давай с тобой подумаем. Сколько ты максимум можешь сделать стол, имея волка? Ну, вот у меня сейчас в данный момент... ну, 150. Смотрите, 150. И вспомни, сколько ты можешь сделать с лягушкой. Ты с лягушкой можешь сделать 2000. Легко. Понимаешь? Да что вы смеетесь, блядь? Такое ощущение, что как будто я даёб что-то несу, блядь, какой-то бред. Так, ну это умом. Сегодня очень много побед. Вот это день, ребята. Вот это день.